Ну, вообще, что касается интернета, я считаю, что когда появился интернет, все вздохнули, что появилась зона свободного общения и умоизъявления, которую, в общем-то, никто изначально не контролировал. Сейчас, опять-таки, государство наше, беря пример с государств тоталитарных, пытается немножечко залезть и в эту жизнь, да, граждан. Я думаю, что следующим этапом, я не очень хорошо знаю сам предмет разговора, вот, что касается товарища Мизуриной, ой, извиняюсь, сейчас, наверное, меня не политкорректно, госпожи Мизуриной, я не очень, к сожалению, знаю, а большинство фамилий, которые были перечислены, мне просто неизвестны, за исключением Ксении Собчак, которая известна только за счет того, что часто мелькает в каких-то телевизионных шоу, каких точно перечислить не могу. Но я боюсь, что если так дальше пойдет, то скоро и жесткие интимные отношения между супругами тоже могут пресекаться законодательно. А ведь это может быть по обоюдному согласию, согласитесь. Ну, просто ролевые игры. Привязал, так понимаете ли, жену к батарейке, чтобы ей больше понравилось секис. А тебя раз, и на утро уже приехали, забрали. Ну, честно говоря, вообще против карательных мер. А что касается интернета, я думаю, что пускай он будет свободным. Там люди сами разберутся. Мы не Северная Корея, не Китай. Мы все-таки как-то стремимся больше к западной цивилизации. По крайней мере, делаем вид.